10 апреля 2019 года на Академии Кыргызстана имени Исака Ноича Хумбаева завершилась первая межвузовская олимпиада по семейной медицине с участием 6 команд из 3 вузов страны. КГМА – 3 команды, КРСО – 2 команды и ОШГУ – 1 команда. На открытии олимпиады ее участников тепло поприветствовала ректор медакадемии профессор Индира Кудайбергенова. Доброе утро, добрый день. Мы сегодня рады вас всех приветствовать на начале работных дней, всех дней науки, который посвящен нашему альма-матеру. Это юбилей медицинской академии имени На олимпиаде все призовые места заняли команда КГМА, а именно первое место заняла команда кафедры семейной медицины до дипломного образования ВОПИНАТОРЫ. Второе место во все тяжкие команда кафедры акушерства и гинекологии номер 1. А третье место команда МУРАС кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии. Всем участникам олимпиады были вручены сертификаты, дипломы, денежные призы и ценные подарки. Здравствуйте, мы команда «Импульс», передаю слово. Да, мы представляем город Ворск, медицинский факультет. Давайте думаем. В общем, спасибо большое организаторам. Олимпиада была на высшем уровне. Нам очень понравилось. Да. Опыт. Нас очень хорошо встретили. Было очень приятно. Олимпиада прошла на ура. Я думаю, всем все было честно. И, конечно, да, хотели поблагодарить наших преподавателей Улжан Балтабаевну, Султанова Агая, Кудайберди Агая, ректора, декана хотим поблагодарить. И, конечно, хотим поблагодарить отдельно ректора КГМА за гостеприимность. Жалындаған студенттік кезімде жашына қай қанат бүтті сезімге түбөлгі ардақташ көтігі түркін достын түсі қалды мет академияның ішінде. Бір ұядан жем талашқан балапандар бардыйлар қанат бүліп баратазыңар алған өнеріңі ай жылыста көтіріп келечектен келечектен кесі іздіп мен кір сұрда баратамын.